Короче, вштырило в моменте, хочется поделиться. Это не радио, это здесь, чтобы материться, но материться так от души, чтобы ты понимал, куда вообще опыт души ты будешь применять, который здесь пришел получать. Поэтому это радио речитатива. Речитатива, чтобы говорить не криво, чтобы говорить красиво. Потому что, когда ты говоришь игриво, ты больше эмоций передаешь, нежели информационно что-то жуешь. Поэтому на этом радио принято говорить только так, как я сейчас говорю. Если не нравится, то я на тебя посмотрю, красавица, как ты с этим готов справиться. Но на всякий случай просто приходи ко мне, и тебе это понравится. Я научу тебя так говорить, чтобы не мудрить, чтобы перебрить мою бритую бороду, чтобы ты понял свою природу, в голову засунул себе такие овощи, чтобы ты въехал наконец, что ты больше, чем просто огурец. Ты просто машина, решающая информационные задачи мощнее, чем все эти тормозные передачи компьютерные, люди, задачи, которые перестали бояться почему-то удачи. Все боятся сейчас искусственного интеллекта, но сам подумай, куда ему до того, что тебе мысленно перескакать, ведь все же коромысленно, ты понимаешь, твою же мать? Мы мысль. И квантовая, компьютерная, квантовая, вот эта последовательность, все вот эти квантовые миры, параллельные пространства, ничто по сравнению с тем, как мыслеформа, которой ты являешься, тебе вообще не важно, где образовываться, собираться в комок восприятия себя, забывая себя во всех остатках, просто оставляя себя, чтобы было сладко, так как сейчас находиться в теле, в материи, во всей вот этой канители, которая вокруг тебя вдруг оказалась, твое убеждение вокруг тебя образовалось. Ты искал его внутри, а оно вокруг, посмотри. Чем внутри спокойнее и тише, тем шире вокруг пространство и выше. На этом пока завершаем речевой эксперимент. Хочешь говорить так же, хочешь думать богаче и иначе, записывайся в очередь. Ты на мощной передаче.